Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы вяжем вот этот вот узор, девчонки, очень простой. Всего 4 ряда, ну, простейшие 4 ряда. А вот он какой получается, такой фактурный, симпатичный, интересный узор. Совершенно разное применение, в нем шапки, детские шапки я вижу. С изнанки выглядит вот так, тоже достаточно интересно, как самостоятельный узор. То есть использовать можно их его обе стороны. Не знаю, на что бы я использовала изнанку, напишите мне ваше мнение. А вот лицевую сторону я в первую очередь бы использовала для кардиганов и для мужских вещей. Вот я, мужские такие жакеты, жилеты, кофты такие на молнии, на застежке мужские. Вот этим узором будут очень классно, девчонки. Так, итак. Первый ряд, лицевые петли, лицевая гладь. Я продолжаю вязать узор, но это вы так начинаете. Вот вы набираете петли и первый ряд вы вяжете лицевыми петлями. Второй ряд, изнаночные петли. Если в круговую, то второй ряд у нас тоже лицевые петли. То два ряда у нас лицевых петель. Третий ряд. Кромочную снимаем. Одна лицевая, одну петлю снимаем, нить за петлей. Лицевая, снимаем нить за петлей. Лицевая, снимаем нить за работой. Кромочная, изнаночная. Если в круговую, девчонки, вот я вам сейчас вот так вот покажу. Если вяжем в круговую, то четвертый последний ряд у нас будет провязываться таким вот образом. Одна изнаночная, ту, которую петлю мы снимали, мы снова снимаем. То есть и изнаночная, снимаем нить за петлю, изнаночная, снимаем. Это если в круговую. И ряд мы вяжем по лицу. Если же обычное вязание обычной детали, так, сейчас, поворотными рядами, то вяжем таким вот образом изнаночный ряд. Ту петлю, которую мы снимали, снимаем нить перед петлей. Одна лицевая, снимаем лицевая. Снимаем лицевая. То есть мы второй раз снимаем ту же петлю, которую мы снимали в предыдущем ряду. Я забыла сказать, что число петель должно быть кратно 2, но по сути и не обязательно. Вы ее будете видеть, эту петлю, которую у нас, которая снята. Вот, поэтому снимаем ее в четвертом ряду второй раз. А эту петлю провязываем лицевой. Вот. И далее повторяем с первого ряда. Все, вот он весь наш узор. Зато смотрите, как хорошо, красиво он выглядит. Все, девчоночки, с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.